Алисия 1 год и 11 месяцев. Если найти любимое занятие, в принципе, не сложно. Главное найти баланс между работой и материнством. Быть в ресурсе и всегда находить время для общения с детьми. Да, конечно. Это та одежда, в которой я уверена, что ребенку будет комфортно и тепло. Здесь я чувствую стабильность и получаю для себя новый опыт. Работая графическим дизайнером, мне очень нравится участвовать в процессе создания одежды для наших детей.